Большинство людей помнят времена, когда появление в школах калькуляторов и компьютеров казалось победой технического прогресса. А сегодня современную молодежь уже не удивляет интерактивная доска в классе или наборы по робототехнике. В гимназии номер 12 состоялось поистине уникальное событие – открытие класса виртуальной реальности «Мейкер». Современное образование требует, чтобы появлялись новые технологии. И сегодня мы открываем не просто новый кабинет. Сегодня открываются новые для вас возможности. Хочется, чтобы в нашей гимназии было создано целое сообщество творческих ребят, которые будут теперь воплощать проекты более высокого уровня и приносить гимназии все новые места. У федерального проекта «Успех каждого ребенка» сразу несколько важных задач. Профориентация учащихся, обеспечить равный доступ детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования и выявить талантливых ребят. В рамках проекта гимназия номер 12 получила новое современное оборудование. И теперь здесь открыт целый кабинет технической направленности. В новом классе виртуальной реальности каждый найдет себе занятия по душе. Под руководством опытных педагогов можно овладеть навыками 3D-моделирования, компьютерного черчения, робототехники, программирования. На первом занятии ребята и почетные гости протестировали шлемы виртуальной реальности. Кстати, в гимназии номер 12 есть талантливые ребята, которые завоевали престижные награды в международных конкурсах инженерных проектов. Работа у меня в руках была создана уже на этих выходных, прямо совсем недавно. Это имитатор землетрясения, но если его, то есть в больших масштабах сделать, то можно использовать для проверки оборудования. Занимаюсь робототехникой с 3-4 класса. Я очень люблю компьютеры, технологии всякие. И это интересно, программировать, создавать что-то. Я очень рад, что поступило оборудование, и наша школа совершенствуется. Класс виртуальной реальности открыт. Теперь с помощью нового оборудования юным мейкерам предстоит попасть в мир удивительный и прекрасный, в мир творчества и исследований. В честь праздничного события ребята вручили главе города по социальным вопросам Дмитрию Ефлову памятный адрес. Хочется, чтобы у вас все получилось. Чтобы вы не останавливались на достигнутом, перспективы развития дальнейшего. Анна Кириллова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.